Вся Британия гудит. 11 студентов престижного колледжа Итон обскакали нового премьер-министра страны Терезу Мэй и других важных политиков. Они встретились с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер принял делегацию из Итона в конце августа. Это была не публичная встреча, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но во всех отношениях интересная тема для разговора никто не ограничивал. Беседа длилась час, британцы оказались в Москве благодаря собственной настойчивости. Они почти год прорабатывали эту поездку организовать. Все помог ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре отец Тихон. Политологи полагают, что без последствий для студентов этот визит не останется. Нам о том, что... Это непростые ребята, несомненно. Я думаю, что даже если сейчас против них будут применять какие-то такие репрессии, открещиваться, они все равно, видимо, станут членами, скажем, английской элиты в том или ином виде. И, кстати, я думаю, что встреча с Путиным, наоборот, сейчас, вопреки всем этим делам, сделает им определенную рекламу. Я думаю, что ими будет интересоваться, у них будут брать интервью, и они, может быть, даже на этом сделают какое-то, так сказать, собственное продвижение. Чем же так примечателен Итон? Это элитное учебное заведение в 30 километрах от Лондона. Обучение в год обойдется в сумму примерно 55 тысяч долларов. Среди его известных выпускников принцы Уильям и Гарри, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон, экс-мэр Лондона и действующий министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.